Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Сегодня мы поговорим о том, что Библия говорит о Луне, которая превращается в кровь, и когда, согласно Писанию, это произойдет. Иоиль, 2 глава, 30-31 стих написано: «И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Итак, Иоиль говорит: солнце превращается во тьму, а луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. День Господень. День Господень встречается в Писании много раз. Когда же этот день Господень должен произойти? Пророк Захария, 14 глава, с 1 по 2 стих, говорит нам очень ясно, что это произойдет как раз во время Армагеддонского сражения. «Вот наступает день Господень, и разграбят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима. И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены. И половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». Итак, этот отрывок говорит нам, что соберутся все народы на войну против Иерусалима. То есть, это и есть Армагеддонское сражение. Далее, в третьем стихе говорится, что сам Иисус придет во время битвы Армагеддона. Он выступит против этих народов и армии Антихриста, чтобы защитить еврейский народ. А битва Армагеддона произойдет в конце Великой Скорби, которая будет длиться 3,5 года. Еще один отрывок из Писания отвечает нам на вопрос, когда луна превратится в кровь. Это записано в Откровении Иоанна Богослова, 6 глава, 12 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь». Здесь говорится, что луна превратится в кровь во время снятия шестой печати. То есть это приводит нас к еще одному вопросу. Когда произойдет снятие шестой печати? Это записано в Откровении 6 главе 14 по 16 стих. «И небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, вельможи и богатые, тысяченачальники и сильные, и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. И говорят горам и камням: падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Заметьте, во время шестой печати небо свернется как свиток. Это картина второго пришествия Христа на землю. Люди кричат: «Скройте нас от гнева Агнца, от гнева Иисуса Христа, который приходит второй раз на землю». Итак, день Господень — это день Божьего гнева. Это время пришествия Христа, чтобы наказать и судить тех, кто восстал против Бога и против Его правления. Это время, когда Христос установит свое царство на этой земле. Иисус сказал более конкретно в Евангелии от Матфея, 24 главе. Это хорошо известное верующим место из Писания. Давайте прочитаем. «И вдруг после скорби дней тех...» Обратите внимание, «вдруг после скорби дней тех...» «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба,
и силы небесные поколеблются. Тогда, именно тогда, явится знамение Сына Человеческого на небе. То есть это то же, что мы видим при открытии шестой печати, правда? В Евангелии от Матфея дальше читаем. «И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их». Итак, Иисус четко сказал, что луна превратится в кровь сразу после великой скорби, во время второго пришествия Христа. Как же все это совместить с нашей темой о четырех кроваво-лунных затмениях? Давайте вспомним, когда четыре кроваво-лунных затмения произошли. Помним, да, что 1493 по 1494 год, сразу после испанской инквизиции в 92 году, тысячи евреев было убито, потому что не захотели обращаться в католицизм, и сотни тысяч покинули страну, как беженцы. Затем, в 1949 по 1950 год, была еще одна тетрада кроваво-лунных затмений в еврейские праздники. А перед этим, в 1948 году, произошло возрождение Израиля, великое исполнение библейских пророчеств. И еще четыре кровавых лунных затмения произошло в 1967 по 1968 год. Именно в это время, в 1967 году, случилась шестидневная война и произошло воссоединение Иерусалима. Это город, о котором Бог сказал, что поставлю там мое имя. Можем ли мы игнорировать три из трех лунных затмений и те события, которые произошли с еврейским народом? Это произошло всего три раза за последние 500 лет. Три из трех события за последние 500 лет. Тяжело игнорировать, правда? Может ли это событие, которое случается в наши дни, с 2014 по 2015 год, означать то же самое? С еврейским народом должно произойти что-то значительное? Великое пророчество за последние 2000 лет исполняется в ближайшее время, согласно Писанию, и это может существенно повлиять на еврейский народ. Должно быть подписано Палестино-Израильское соглашение. Последние 7 лет перед вторым пришествием Иисуса Христа начнутся, если это соглашение создаст палестинское государство в западной части Иудеи. И второе, эта храмовая гора будет под международным контролем. Еще одно, что мы должны знать об этом соглашении. В книге пророка Даниила, 9 глава, 27 стих, написано, что это соглашение будет длиться 7 лет. На самом деле евреи верят в Писание. То, что написано, «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Это записано в Исаия 56, глава 7 стих. Если храм будет восстановлен, то это будет выгодно не только евреям, но и экуменическому межконфессиональному движению. «И соберу все народы на войну против Иерусалима». Это описание Армагеддона, все народы в войне против Иерусалима. «И взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Если говорится о половине города, то понятно, что вторая половина города не будет тронута в это время. Также мы должны знать о приближающемся еще одном еврейском Холокосте. Он случится в середине последних 7 лет. Иисус описывает эти страшные события. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте», то есть речь идет о храмовой горе, читающий доразумеет, «тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Мы верим, что Бог призвал нас предостеречь евреев об этом историческом отрезке времени, потому что многие из них не верят в Новый Завет. Есть и добрая весть. Библия говорит, что грядет духовное возрождение евреев.
Бог подготовит евреев услышать о вечной жизни через Иисуса Христа. Захария 12 глава 7 стих. «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителя Иерусалима не возносилось над Иудой». Итак, Иудея – первая, кто услышит о спасении. Библия говорит, что к концу времени весь Израиль спасется. Послание Павла к римлянам, 11 глава, 25-26 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие Иакова». Итак, этот отрывок ясно учит нас, что весь Израиль будет спасен в течение последних 7 лет. Библия учит нас, что когда Иисус вернется, ноги Его станут на горе Елеонской. Все евреи верят в это, только они пропустили его в первое пришествие. Так вот, когда Израиль будет нести военные потери от сильного противника, когда они будут на грани поражения от армии международного сообщества, тогда они увидят и узнают того, которого распяли. Они увидят шрамы у него на руках и ногах. Захарии 13 глава 6 стих написано. Ему скажут: «А чего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». И они скажут: «Так ты Иисус?» Он ответит: «Да, я Иисус». Захария 12 глава 10 стих написано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух умиления и благодати. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Они скажут: Иисус, прости нас». И он простит их. И Библия говорит, таким образом весь Израиль спасется. А теперь вопрос, что нам делать? Бог призвал нас предостерегать евреев о приближающейся беде. Наша задача – помочь им избежать опасности и сообщить им весть о спасении через Иисуса Христа.